Четыре этажа, на которых расположатся детское и взрослое отделение, кабинеты врачей-специалистов, лаборатория и диагностическое отделение. Такой будет новая поликлиника в микрорайоне Дрожжино. Все монтажно-строительные работы выполнены. Завершено комплектование технического оборудования. В настоящее время заканчивается монтаж системы «Безопасный регион». По «Безопасному региону» входит монтаж кабельной продукции и видеокамер, и оборудование серверы и блоки управления. Для густонаселенного микрорайона новостройки, в котором проживает более 15 тысяч человек, появление поликлиники крайне важно. Проектирование ее было рассчитано на количество жителей и составляет 450 посещений в день. Важный момент. Медучреждение создано по новым стандартам. Бережливое производство. Что оно себе подразумевает? Это, значит, не смешивание потоков. В первую очередь, это понятная навигация. Второе, естественно, все это будет нацелено на то, чтобы не было очередей. И для детей, и для взрослых будут созданы консультативно-диагностические центры. Они в том числе помогут осуществлению проекта «Диспансеризация в 2 часа», который предусматривает четкую маршрутизацию. Медучреждение будет оборудовано всей необходимой техникой. Есть там еще и отделение лучевой диагностики, которое в себя включает рентген, маммограф, флюорограф, стоматологическая рентгеновская установка. Ну, будем надеяться на то, что, значит, будет еще и другое тяжелое оборудование. Место для их расположения мы нашли. Здание оборудовано лифтами. Холлы и коридоры поликлиники просторные и светлые. Цветовые решения внутренней отделки и наружной выполнены в стилистике группы компании «ПИК». Основные цвета – белый, серый, оранжевый, зеленый. На 4-м этаже поликлиники расположена лаборатория. Здесь можно сдать любые медицинские анализы и получить их результаты. Открытие поликлиники ожидается после передачи здания застройщикам муниципалитет. За это время строителям еще предстоит завершить работы на внешней территории, положить 2-й слой асфальта и выполнить озеленение. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Сергей Ларин. Видное ТВ.